И последнее на сегодня видео в здании штаба войсковой части 93-266. Мы зайдем сейчас на второй этаж левого крыла. Вот тут как бы вход. Его здесь нет, заколочено. Мы здесь уже проходили с вами в первом видеоролике. Здесь пойдем на второй этаж. Отопление здесь все-таки было. Я думал, печки. Вот видно, что батареи находились. Вот тут батареи. Мы здесь внимание заостряли. Тут этот стенд был. Вроде как здесь вот у стены. Здесь мы ходили, а теперь мы сюда идем. Вот куда. В предпоследнем видеоролике мы здесь заходили в подвал. Вот здесь был подвал. Здесь его нет, никакого выхода. А мы зайдем. Вот тут что-то тут похоже на вход. Нет, тоже заложено кирпичом. Затыльная сторона здания штаба. Что уж тут было, я не могу пояснить. Вон в ту сторону. Там объекты связаны с водоснабжением. Ну и заходим, продолжаем наше видео. Свет. Хоть бы фокусировка не подвела резкость. Второй этаж будет сейчас сразу топка для печи. Вот здесь переход из одного крыла в другое. Это как якобы магазин был. Здесь крыша обрушена. Крывашка, закрывашка. Разминулись. Это второй этаж левого крыла здания штаба войсковой части. 93-266. Могу напутать с номерами. Если напутал, извините. Это туалетная комната. Раковина. И кран еще есть. Помыли руки. Вот здесь мы поднялись. Тоже будем подниматься на второй этаж. Извините, на крышу поднем. Это будет покороче видеоролик. Покороче всех предыдущих. По-моему, это третий по счету сегодня. Еще по штабу мы ходим. Печь. Бежевый цвет. Напротив тут вот что. Тут это очень написано. Видимо, был дембель. Написано.
Вот эта дверь, которая там была, печь коричневого цвета. Печки, конечно, классные. Красная звезда. Посмотрим, какой это год. 88 или 83. Скорее, 83. Да, зимовка. Советская армия. Это что-то тут, кто-то подсчитывал что-либо. Столбиком. Правда. Налево. Нечто коридор. Коридор или приемная. Двойная дверь. Может быть, даже тут руководство. Может быть, даже командир тут находился. Вполне может быть. Светильники. И тут видно, что были батареи. Это от светильника. Плафон такой. Вышли. Мы идем с этой стороны. И это крайняя дверь. Вот еще тут опечатывалась. Шикарная печь. Она и сейчас шикарно выглядит. Совершенно целая. Все, посмотрели мы второй этаж. Вот здесь выход. Ну, не будем уже традиции изменять. Пойдем еще и на чердак. Это будет последний видеоролик, я буду уезжать. Пока домой доеду, еще часа полтора надо, чтобы, не дай бог, под дождь попасть. Погода портится, осень. Зашли мы с вами. Это чердачное помещение левого крыла здания штаба. Поисковой части 93-266. Что-то пытались написать тут, ребята. Не видно ничего. Тут розетка. Дело электроэнергии. Электричество, это поднос. Притащили со столовой, так и остался здесь. Алюминиевый поднос, общепитовский. Вот тут что-то. Что-то напоминает мне. Что это может быть? Что-то как вроде можно намотать было. Шнур или провод, такую веревку. Может быть. Бутылки тут не в счет, тут собрали в кучу откуда-то. Разные. Нет, это не наша бойца, нет, что.
Еще один поднос. Текстов никаких. Зато побывали мы. А не пошел бы, тот обязательно сказал. Ну что ж ты не пошел, рядом был. Же кровашка какая. Вот она. Нечто шпингалетное. Язык не поворачивается сказать. Не похоже на шпингалет. Красного цвета. Это, видимо, был для песка ящик. Ну, изначально был, конечно, для других целей. Все. На сегодня мы завершили съемку по Форцине. Мне нужно домой ехать с этого места еще 18 километров. Я начинал уже говорить, что, конечно, я заинтересован в том, чтобы поясняли участники группы. Показывай, кровашка. Работает. Как бы показать-то? О, как ловко. Чтобы поясняли, что это такое. Что за часть? Я могу сказать, что это танковый полк. Ну, не более того. Форцина. Бывали здесь или нет? Где здесь находился пост номер один? Если будете комментировать, уважаемые участники группы «Алтерснагер», подписчики на моем канале, то, пожалуйста, указывайте, на какой секунде и минуте. Минуту, секунду. Где что находилось. Это фиксатор двери, наверное. Вот. Ну-ка. Да, наверное, больше что еще может быть. Точно, вот он как работал. Попробуем. Ах, тут дверь затвинена. Получилось, ребят. Против нас что может устоять? Ничто. И вот мы нажмем ее. Все. Кибернетика. Да. Открывашка, закрывашка. А если такая тут штучка с этой стороны? Ну, конечно, есть. Вон она зафиксирована. Вон она. Нажал. О как. Вот она действует. Говорил уже. Ладно, нет. Выходим. Выходим и завершаем. Буду рад, если кому-то напомнится. Куда же идти-то? Что-то заблудился. Напомнит воинскую службу. Дни нашей молодости. Вышли. Старые здесь не были. Никто. Ну, для нас, 20-летних, тем, кому было 40, там, командир части или начальник штаба, замполит. 40 лет, что такой возраст? Мы же помним. Помним. А тут уже закрывашка. Вот она. Так, левой рукой. Ух ты, оторвал. Надо назад поставить. Назад. Да. Все.
Посмотрели. Надеюсь, камера не подвела сегодня. И надеюсь, велосипед, да, на месте. Все, уезжаем. Всем всего доброго, до новых встреч. Времени сейчас. Ну, как запачкался. Видно, наверное, что поросенок домой не пустят теперь. Да. Времени вот. Час уже. Час или? Извините, 20 минут первого всего лишь. Всем всего доброго, до свидания.